Вот, дорогие мои, кто хочет Новый год здесь, в Анталии, провести с живой елкой, я такой беру сам. Она стоит вот такой, 1.2 метра ростом, вот такой вот, 50 лир, 49 лир. Ну, в общем, короче, на наши деньги где-то 600 рублей. Вот так она. Вот так вот. Огромные вот такие. Поэтому на любой вкус, вот посмотрите. После этого можно его пересадить в огород, как я делаю. Вот кто хочет на Новый год живую елку. Не искусственную, чтобы пахло как бы химией. Вот. Хотя здесь качественно делать, не пахнет. Но она искусственная, искусственная. А вот такой берешь, горшком ставишь прямо на стол. И, короче, его полностью украшаешь. Красота неописуемая. И запах хвои в квартире. Ребята, вот это рай. Вот, пожалуйста, елочки. Вот они. Вот. Ну вот, кто-то спрашивал у меня, вот как в Новый год, вот, елочки здесь полно. Вот. 50 лир стоит. В прошлом году стоило где-то 40, сейчас 50. 2 метра ростом, вот она даже 2 метра ростом, вот посмотрите, вот. Так что обилие здесь, елочный рай, я так и назову. Вот. Всех вам благ, пока.